Всем доброго времени суток! Сегодня я вам расскажу про капусту, которая выросла у меня на огороде. Капуста эта цветная. И я покажу, как мы ее будем заготавливать на зиму. В этом году у нас лето очень дождливое, что благоприятно сказалось на нашей капусте. В чем это выражено? В том, что у нас не произошло заражение бабочкой капустной, белянка или как она называется, и нам не пришлось ничем обрабатывать, никакой химией нашу капусту. И при этом очень большие, вы видите, сформировались капустные, как это называется? Кочаны. Капустные кочаны, да, у цветной же капусты тоже кочаны. Вот в такой степени зрелости кочаны можно снимать. Даже можно было на пару дней раньше, потому что, видите, уже фиолетовый оттенок приобрел наш кочан, который должен быть белым. Но вот мы ждали съемок, поэтому немножко запозднились. А вот у нас еще рядышком кочан капусты, он поменьше размером, но больше он не вырастет, его надо снимать, иначе он начнет вытягиваться. Вытягивается капуста у нас вот таким образом. Вот соседний кочан, видите, он уже перерос, пока ждал съемок, стали вытягиваться отдельные сегменты кочана, и он уже считается переросшим. Самый вот идеальный кочан — это вот у нас вот этот вот. Мы его сейчас вырвем с корнем, потому что больше нам он не понадобится. А у нас есть товарищи, вырывается тяжело, которые очень любят листья капустные. Сейчас мы к ним пройдем, и вы увидите, с каким удовольствием они их...